Всем привет! Я обещал через месяц посмотреть, какие результаты даст тот крем. Вот моя Людмила, веселые, довольные. Видать, помогло. Или просто в настроении. Вот. Ну, что скажу. Сейчас я попробую поближе взять. Вот. Так, чуть-чуть в сторону. Идет чуть в сторону. Я туда. Так, ага. Вот. Ну что скажу, не скажу, что какое-то там чудо я увидел, так, за месяц, в принципе, его и не могло произойти. Вообще, я человек придирчивый, вот, и довольно долго я смотрел и говорил, что ничего не происходит. Где-то недели на третьей я заметил. Ну, естественно, что крупные морщины, которые особенно, когда зажмурится смотреть на солнце, они никуда не денутся, вот, но... Под глазами я не заметил такого выраженного эффекта. Не знаю, как вы скажете, но я пока не заметил. А вот здесь я заметил уже дней 10 назад, что стало чуть-чуть расправляться. Я еще сейчас пофоткаю и сравним. Вот жаль, не помню, все ли... Ну, сейчас посмотрим, все ли кадры я тогда сделал зажмуренные или некоторые, потому что на фото четче видно, не зажмуренные. Но сравним. И ее тетя тоже 2 недели назад это дело купила, вот, и сказала она, что заметила за 2 недели уже эффект, что стала чуть-чуть расправляться кожа. Ну что ж, думаю, месяца мало, тем более некоторые дни она пропускала, ну, ребенок малый и все такое. Сейчас мы ее еще просим зажмуриться. Естественно, такие морщины никуда не денутся, но посмотрим разницу, и я сделаю пару фоток еще. Итак, вот фотография месяц назад. Приближаю в динамике, смотрите. Вот теперешняя фотография. Сделаны со вспышкой обе. Сравниваем. Теперь статично вырезал кусок, смотрите. Это до, первый снимок месяц назад. Это после. Сравнивайте, здесь нужен женский наметанный глаз. Я здесь пас, опять снимок до, и следующий снимок после. Ваше мнение? Я думаю, через месяц надо будет еще раз посмотреть, может маловат срок. А так, смотрите, ваше мнение. Отписывайтесь в комментариях, дало эффект или нет. Здесь нужен женский глаз. Я здесь пас. Всего хорошего!